Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди, на аппарате Гектор. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем проходить эту игру. И мы остановились на том, что... Я даже не помню, если честно, ребята, на чем мы тут остановились. Тут все меняется, поэтому особо даже и не скажешь. Мы нашли пленку, кассету, то есть, чистую. Нам нужно найти, куда ее вставить. Но так как здесь все меняется, особо даже и непонятно, куда теперь идти. Где мы были, где мы не были. Так, а что там? Само собой заперто. Да. В туалет здесь не пускают. Туалет здесь под замком. Эй, этого здесь не было. Этого, да. Ну вот про что я сказал, ребята. Только что вот я отсюда вышел. Вот, вышел вот сюда. Не было здесь этого. Это место нам под... Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Это место нам потом понадобится. Сюда что-то нужно вставить. Что это? Ага, записка. Этой ночью мы встретимся в комнате у Макгвина. У него есть план. Так, опять нас колбасит по полной программе. Так, давайте вначале там осмотримся. Что у нас здесь? Не помогает. Окей. А, заперто. Ну, теперь мы можем... Да ёпарь, оно так меняется часто. Стоп. Подождите, я откуда пришел? Я... А, нет, стоп. Сюда я не ходил. Или... Или ходил. Нет, здесь я был. Тихо, тихо. Ну это место даже лабиринтом не назовешь, потому что меняется прям вот вообще тут как-то все меняется вокруг. It's confirmed. Jackson was murdered. Это подтвердилось. Джексон был убит. Куда я иду? Заперто. Я наугад уже бегу. Тихо, тихо. Вот не надо тут только такие звуки подозрительные издавать. Ребята, вы слышите? А вот это уже стрёмно. Как будто шагает кто-то. Стоп, а здесь мы... Не были. Свет загорелся. К чему? Блин, ребята, вот это страшно. Ой! Да иди ты! Куда деваться-то? А это здесь было? Этого здесь не было. Или было? Ой, как нас глючит, а таблеточку надо. Как тебя принять? Давай еще одну. Да как-то толку никакого особо от их приема. Если начал колбасить, то все. Ну или давайте еще одну примем, так уж и быть. Блин, лучше бы здесь было заперто, ребята. Ну почему здесь открыто?
Ёлки. Ой, нехорошо. А здесь что-то есть. Коллекционка просто. Зачем они надо? Так, нет, свет горит, не будем трогать выключатели, а то опять сломаем все. Это ведь здесь нас тут по частям собирали. Я кого-то слышал. Подождите, не надо слышать меня. Я тут... Я и так боюсь. Фух. Фух, ничего не произошло. Это хорошо. А там исчез выход. Ну, красота. Да что такое? Вот нужно пригинаться. Это ведь просто сапоги, да? Я не знаю, я хочу проверить. Ну, блин, наверняка это просто сапоги, но я просто, возможно, сейчас ошибку сделаю. А я не могу открыть. Закрой, закрой. Тихо, тихо, тихо. Вот. Очень хорошая работа со звуком, ребята. Вроде как никого нету, никто не бегает за нами. Но страшно, просто пипец. Постоянное ощущение, что из-за угла вот-вот кто-нибудь на тебя выскочит. Вот такие игры я люблю. Когда боишься постоянно, а не только в определенные моменты, когда монстр рядом. Когда просто вот неизвестно чего, просто вот боишься и все. А что это такое? Что это мы подбираем? Вот что это? Это батарейка, что ли? Похоже на батарейку, но куда ее как бы... Ладно. Может быть, в будущем понадобится, хотя... Зачем нам, допустим, фонарик, если у нас есть зажигалка бесконечная? Это ж... Прекрасно. Так, нам нужно найти, куда вставить пленку. Вот, нам туда. Здесь что? Заперто. Отлично, еще 4 лекарства. Тихо. Так, мы пришли, ребята. Что записано? McGuinn stole a gun. In 3 days we're gonna take the doctor hostage and escape. It's our only hope. McGuinn украл пистолет. Через 3 дня мы возьмем в заложники доктора и спасемся. Это наша единственная надежда. Так, еще что-то нажать нужно. Запись. Вот там, там только что кто-то был, вот здесь, где я смотрю, как раз по центру. Вторая слева в нижнем ряду. Камера. И вот опять появилась.
Как раз исцарапана она. Или она не была исцарапана? А была ли она вообще исцарапана или нет? Подождите, я... Давайте таблеточку примем в честь этого. Может, полегчает немного. Еще одну. Хочу еще одну. Так, ну... А зачем мы это сделали? Красота. Теперь нас выпустят или как? Может быть, дверь какая-то откроется? Или даже скорее не откроется, а появится? Учитывая особенности игры. Так, здесь больше ничего нельзя нажать, да? Ну ладно, пойдем. Блин, ребята, она ничего не делала, она не кричала, не гналась, ну блин, она меня так испугала, я просто не ожидал абсолютно. Но она исчезла, это просто скример был. Рисунок мышки. Так, по-моему, мы здесь уже были, и ничего сделать мы здесь не могли. Может быть, как-нибудь все-таки их запустить? Не? Не надо? Ну ладно, просто пойдем дальше, куда-нибудь, куда можем, туда... А можно я запрусь где-нибудь в комнатке? И буду там жить. Буду питаться таблетками. У меня еще... Полно таблеток. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну вот только не надо. Мне только не хватало, чтобы меня здесь еще и... завалило. О! Это просто вода. Это просто брызги воды. Ой, блин. Я не хочу идти в ту темноту. Я боюсь. Закрой, да закрой же ты, закрывай. Так, лампа светит. Хоть так. Ой, как стрёмно. Но нужно двигаться. Так, стоп, там мы были вроде бы, или... Или нет? Вроде как знакомое место. Да и тут мы были. И не раз причем. Мне кажется, что я хожу кругами. Так, ну здесь мы все обыскивали, если это... то же самое место, то нет смысла снова обыскивать. Но вопрос тогда на миллион, а куда идти? Тут вариантов просто море. Стоп, а это было? А, да, было. Было это место, вроде было. Вроде бы. Ну, на что-то похожее.
Так, на столе что-то лежит, хорошо. Значит, мы пришли куда надо, в любом случае, раз что-то новое. I can't go through with this uprising. I have a bad feeling. I told them I quit. Я не могу через это пройти. У меня плохое предчувствие. Я уже сказал ему, что я отказываюсь. Что это все без меня, в общем. Да тихо ты! Мне и так страшно, еще и голоса эти. Пугающие. Опять меня перевели сюда, смотрите. Вот мне определенно сюда что-то нужно... Что-то нужно сделать, только... Что? Я не понимаю. Что-то есть, что-то блестит. Я еще подобрал что-то на батарейку похожее, но зачем? Стоп, подождите, а может быть это что-то... Да тихо вам. Может быть... Не, ну так нечестно. Опять изменилось. Я только собирался проверить, возможно это что-то как раз таки туда и вставится. Зачем меня сюда привели? Что-то мне показывают опять, вот. Ну что? Либо здесь я что-то должен сделать, но я не понимаю. И опять нашему герою плохо. Пей. Есть. Опять все изменилось. Вот стоит мне только отвернуться, ребята, и все. Стоп, это что место? То место, которое... Которое было на камерах. Вот здесь она стояла, и только что здесь что-то моргнуло. А раньше я пытался взаимодействовать с решеткой, не получалось. Фонарик, вот зачем батарейки. Ключ-карта. Так, один, чтобы использовать фонарик. А заряд где-то показывается. Ладно, пока что не будем тратить батарейки. Ну, теперь, я так понял, опять-таки блуждать, пока мы не попадем к... к той запертой решетке, где нужно что-то вставить. Возможно, как раз-таки ключ-карту. Здрасте, приехали. Нельзя теперь. Батарейку возьми. Пригодится. Так, прогресс уже есть. Прогресс налицо. Так, а это новая зона, подождите, в таком месте мы не были, реально, в таких комнатках. Это какие-то детские отделения, что ли? Палаты детские, смотрите. Маленькие такие. Кроватки. Меня пугает эта открытая дверь. Сильно пугает. А эта дверь меня пугает еще больше. Царапины, как и на мониторе были. Заперто, фух. Слава макаронному монстру. Please. Please
Ой-ой, открыто. Так, нет, подождите, туда не пойду, а то здесь опять все изменится. Давайте лучше осмотримся здесь вначале. Как стрёмно, ребята. Открой. Закрой теперь. Зак. Вот что там. Ничего. Можно помыться? Не, нельзя. Ой. Так, нет, включ. Ага, не включишь. А, включил все-таки. А толку ничего здесь нету полезного для нас. Опять двери, двери, куча дверей. Стоит ли все их осматривать вообще? Хотя кто знает. Ну вот, к примеру, стоп, а это что-то новое. Что это? А я пока что не буду это использовать, я не знаю, что это, поэтому кто знает, что с нами произойдет. Может, это яд какой-то. Типа, быстрый способ закончить игру. Выпил яда и все, и сразу гейм овер. И титры. Стоп, а здесь что-то есть. А, опять плохо стало. Так. Так лучше. Не, все равно плохо. Вот, сюда я и хотел. А теперь ключ-карту мы попробуем применить. Так, и что? Вот. А здесь не открылось? Нет. А, стоп, не закрывай. Ой, камера, ты куда? Ты чего? Ты зачем? Ребята, вы слышите эти звуки? А вы понимаете, как сильно я не хочу туда заходить? Твою дивизию! Тут лекарства нигде нету. Что? Это что? Да чтоб тебя! Так, какой-то сюр пошел. Натуральный сюрреализм, но... Здрасте, приехали. Лабиринт. Как я их обожаю. Хотя вроде нет, не лабиринт.
Тут тупики везде. You are home, my young man. Ты дома, мой молодой человек? There is no need for panic, no fear. Не паникуй, не бойся. Еще шаг до рая. Ничего, последний я не расслышал, что он сказал. Но все-таки здесь, подождите, как лабиринт идет, да? Нет, ну нам, я так полагаю, идти вперед и вперед нужно. Нет, не нужно. Так. Сюда? Стоп, нет, не сюда. Оттуда мы... Ага, туда больше нельзя даже, да? Значит, сюда идем теперь. Вот сюда пойдем. А что за звуки? Как будто мы под шоссе каким-то. Да... Блин, я как последний трус, наверное. Я каждого звука боюсь сейчас, ребята, честно. Честно, боюсь каждого звука. Это что, шахматная фигура? А почему она здесь и зачем она нам? 1180 Washburn Hill. Это адрес. Адрес... Какую игру сыграть? Что-то шумит. Что-то слева там. Так, ну давайте пойдем прямо. Вот куда-то мы да вышли. Опять в подземелье. Ну, мне уж так понравилось здесь сверху. Опять под землю, опять бояться. Эть. Опа, записка. If you're reading this note, it means I wasn't able to come back for my supplies, and you found them instead. It means I failed to escape. I'm not sure exactly what's going on in this place, but I found it today. My sessions are starting tomorrow. I'm so afraid. I saw what happened to the others. I stole these supplies. A flashlight, some food, and a key card I found. The key leads to the cell blocks. That's where they're taking me. Please help me. Find me. Если ты это считаешь, это значит, что я не смогла вернуться за моими припасами, и ты нашел их вместо меня. Это означает, что у меня не получилось выбраться. Я не уверена точно, что происходит в этом месте, но я сегодня разобралась, что... Не понял, но я разобралась, что сегодня... Мои сессии начинаются завтра. Если честно, ребята, сам не понимаю, что это означает. Я так боюсь. Я видела, что происходит с другими. Я украла эти припасы. Фонарик, немного еды и ключ-карту, которую я нашла. Ключ ведет к тюремным блокам. Вот куда они меня забирают. Пожалуйста, помоги мне. Найди меня. Я, конечно, попробую. Опачки, дверь открылась. Хорошо. Ну, знаете что, ребята? Давайте продолжим уже завтра. Нужно немного просто передохнуть. Волнуюсь сильно. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.